Привет, дружище, новый видеоролик на экране, а именно выживание на ванильном сервере. Я очень старался над ним и надеюсь, что вы оцените мои старания лайком. А по вашему активу я пойму, нужно ли продолжать снимать полноценное выживание в будущем. Советую вам досмотреть видео до конца, а я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Ну шо, залетаем на вайпец. Намного обещающе, похоже. Новое обновление теперь в Антюрнде. Новая зима. Ну прекрасно. Сервер от первого лица. Третьего здесь нет. Типочек. Что, будем агрессивничать или не будем? Наверное, шансов у него больше, он с топором, но он на скиллы вкачивает. Уже играл здесь просто. Что-то перерез, если нет. Да нет. I wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. Заиметь топорик. Сипули. Да, сворвать толком больше ничего не успел. В магазинах аккаунт. Там пришли типы уже посерьезнее. Ладно, побежим дальше. Планирую жить я. Не как обычно, хочу пожить возле карьера, так как мы уже пробовали с друзьями залетать сюда на вайп, но у нас ничего особо не получилось. Мы 3 раза пробовали стартовать, ничего не получилось. В общем, нас убивали типы заряженные в 5-ром, мы были 3-ром, шансов у нас было мало, они были с калашами, мы были с аккаунтами, да, со скофлинтами. Поэтому, в принципе, у нас ничего особо и не получилось. Ну вот, зашел спустя 2 дня. Поэтому моя основная цель — это построиться возле карьера и найти, где живут эти типы. Наверное. Если я найду, где они живут, в дальнейшем попробовать их зарейдить, потому что типы были заряженные, прикольные. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. Здесь тоже типули далеко. Ого. Ого. Дядь, откуда это все? Да что, Иглфай? А что? Что, аирдроп залутал? Жишки, что? Это нужно слутывать, и это нужно убегать. Срочно нужен дом, хил. Где хил есть? Полицейский участок я бы зашел, может быть, кобру найду. Хотя, кобру, крузарек. Хотя бы крузарек. Крузарек мне не помешает. Это сильно. Крузарек есть, полицейская одежда есть. Откуда? Господи, ладно. Стак металла есть, есть. Отлично. Ого. Ого. Хорошо. Еще, конечно, можно Новосибирск забежать, но я боюсь, что это опасно, очень опасно. Ладно, все, уходим. Откуда у типули стак эксплозива, я до сих пор не понимаю. Там какой-то тип ходит. 2 типа. Угу, здесь дом стоит. Там 2 типа. Интересно. Ага. Ага. До сотки захилимся заодно. Костер горит. Может, типа, это может быть их дом. Я, конечно, предполагаю, но маловероятно, но все может быть. Интересный домик, конечно. Я бы, в принципе, где-нибудь обосновался, где-нибудь вот между Петербургом, карьером, фермой и вот Новосибирском где-то вот. Ну, здесь, думаю, было бы где-то даже идеально. Либо, наоборот, с этой стороны. В принципе, сейчас посмотрим. Бензопила есть, хату поставим, в принципе, это не проблема. Только надо еще немного ткани найти на спальник, так как иначе она будет гнить. Здесь слишком открытое место, я думаю, если строится, то это... Где-то вот здесь, наверное.
Прям даже вот здесь в резинке. А, я пока кину кибитку. Один на один буквально будку. Дождусь тиммейтов, а там уже решим. Как вы уже поняли, ко мне должны были зайти мои тиммейты, поэтому моей задачей было откинуть кибитку и добыть какой-то начальный лут. Привет. Привет. Здорово, как дела у тебя? Нормально, тебя. А, ничего, ящик эксплозива нашел. Где? Ну, не знаю, типа убил с топора. Топором его зарубил. У него там Moonlight. Я сейчас захожу. О, ты недалеко от меня, кстати. Да? А! Я там дом построил уже. Да, я тут вот. Тут чуть-чуть, сегодня играл, типа, решил под воду залечь. Ну, никто не убил. Я в доме? Да. Что, сейчас почему я быстренько перезайду? Не, скофлот есть, если что. А, у тебя скофлот. У меня крузарёк. Так, на тебе спальник сейчас сделаю. Металличка чуть-чуть. На спальник откидывай. Надо дерево подрубить. Я топор принес, кстати. А, у меня бензопила есть. Так, а чё, где строится-то будем? Давай куда-нибудь. Ну, вот где вот, либо метка, где у меня стоит, кстати, ты что-то же предлагал. Не. Так я боюсь, что там какие-нибудь клонины дикие живут. Да нет, кстати, я пробегал. Да? Ну, сейчас я тогда это... Давай дерево порубим, сразу туда побежим с материалом. Ну, или... Или можно просто сейчас просто сбегать хотя бы посмотреть, что там на как. Хила мало, конечно, ну ладно. Я говорю, хила мало. А у меня три битика есть. Нормально, у меня один белый. Ну ладно, пойдем. Где? В доме. Возле белого дома, вот у меня. Вот в этом, да? Да, он за домом, не в доме, уже за домом. Я хочу, что у него есть пушка или нет, я еще не знаю. Ну, ходит был, нет. А вот вижу. В пожарной форме. Вон он, смотрите, бежит. Голову. Убил. Хорош. Так, давай от зомби отобьемся. Там еще один сагрился, аккуратно. Так, сейчас чекнем, что у него. О, стак металла. Нет. Ну, нормально. Нормально. Рюкзак оставить. Да, со мной все сделано. Ну, зончик тоже не надо переделать. Зачем фармить, если можно фармить. Там на кого-то зомби идут. Там они на кого-то агрились, понял, и ползут на свои места обратно. Видимо, он не один был. Может, на него? Не, он не один был. Они ползли, знаешь, со стороны, где вот нас типы прошлый раз убили. Вот с той стороны они ползли. Где вот тогда был в городе, возможно, его тиммейт. И он слинял. А посмотри, он один играет, Last. Как у него никто? Сейчас давай гляну. Скринник я уже не посмотрю. Так, Last Die Beric, да? Да, у него тиммейт. Maybe у него мейн будет был. Ну ладно. С крузырком вообще не по кайфу, блин. Да, такое себе, конечно. Можно смотреть. О! Вот да, я так же пробовал. Не знаю, правда, где это может пригодиться, может быть, это. ПВП там, не знаю. Во время файта улететь. Лова! Ого! В космос просто в точку. Ты запрыгнул? А что, ты прыжок качал? Да. Так, вот здесь хата стоит. 3x3 двухэтажная. Хата? Ну вот мои эти типы тут и живут. Которые на тачке приезжали. Вряд ли. Ну почему? Они уезжали в ту сторону, типа в сторону Питера куда-то. Здесь стоит уточнить, что мы говорим про типов, которые убили нас пару дней назад. Тима, тихо.
Да, я тут дом тусую. Ай, потихо, по мне тут херачит по полю, по меня еще. Сейчас помогу. Меня убили. Не, это они лутаться выезжали. Они приезжали-то отсюда. Не знаю, но в общем мы теперь их не найдем. А я когда заходил играть, они здесь были, кстати, онлайн. Че тебе надо? Или тебе скинуть, тебе поскидывать. Кого поскидывать? Ну тебе несколько вещей надо скинуть, чтобы не мешались они мне. А ты сейчас сюда, ты сейчас сюда прибеги. Здесь на фундамент выкинь все свои вещи, я пока хату вкину. А, ну тебе бензопила нужна? Да, вот я как раз бензопилу не принесу. Тарелку как-то найти где-нибудь. Да. Че, сюда откидывать? Не-не. Скидывай. Ну вот здесь уже где-нибудь скидывай. Ванька позовем потом, чуть позже. А чё, чуть позже? Ну, он там сейчас, кстати, занят. А, окей. А чё ты там много вообще можешь металла нафармить? Ну, примерно так, у нас, ну, примерно. Ну, хз, но, думаю, наверное, стака 4 будет, думаю. Стака 4 будет. Тогда, может быть, ну ладно, пока все в дерево сделаю, чё нам. Да, с кузырьком вообще стрёмно бегать, отвечаю. Типа увижу, сразу от него буду убегать, просто текать. Главное, рез нормально перенести. Привет, Вань. Ну сейчас вот, у меня с одного камня, кстати, два упало, что-то понимал. Ты чё, чё за фигня? Ну сейчас вот 4 выпало. Я помню, раньше, кстати, больше выпадало. Да, много. Может тут как-то, не знаю, урезан, типа, ну да, возможно. Ну, кстати, уже 5 саков металла есть. Ну, нормально. Фармится. У меня кусочек к нам прибежишь, мы тут. Да, сейчас я захожу. Выбрали третий путь, он самый небезопасный же. Здесь больше экшона. Слышишь? Поставили меня и... Он посмотрел эту фигню. Развитие. Правильно, Ваня, правильно. Ну а пока Иван пытался добраться с берега до нашего дома, я занимался обустройством домика. Спустя небольшое количество времени мы приняли решение бежать Ивану навстречу, так как переживали, что самостоятельно он до нас не доберется. Тем более нам было необходимо перенести лут из старого домика. О, это таксисты, там два типа. Ваня, ты как там лутаешь? Там два типа залутанных стоят. Где? Типа два залутанных. Таксист стоит. Слышь, Паша, давай сюда. Да, вижу два типа. А, один без пушки, один вообще без пушки, Тёма. Да. Закрыть можно вообще как есть. Он с берега прибежал. Один где, в пожарке, да? А, нет, не в пожарке, в больнице. Паша, кто у тебя там еще? Он стоят там. Стоит, пока Паша, можешь голову дать ему, нет? Меня... Вот он у меня сам... Сейчас там. Вань, всё. Звук. У меня спалили, по-моему. Две-три головы. Убил одного. Голову. Я тебя залутанного убил, это без оружия. Да, голову ему. Убил. Так, огненно. Да, я его убил. Давай, я думал, Ваня, иди сюда, здесь тебя одежда есть. Нет. А медицины много. Я плюс еще тачка. Лутал. Ну, плюс так металла. И 5 плюс. Типа вижу голову. Так мы до хаты упадем. Да он же. 12 воды у меня. Иди скину. У тебя есть еда? Да я уже хавал. Да там дома, кстати, вон там. В доме или там. Да, вот он, я купил. Ой, тело. Вон там, наверное. Он за камнем видел. Он, кстати, вот есть у него, есть вот там. Где? На 210 за камнями, ну вот уже... На нашем берегу, да? Да. У меня 5 патронов. Есть тебе рейнбокс? Да,
Скинь под себя. У него без пива есть. Ему не дел. У нас какие-то волвани халпа. С хавкаунтом убил, типа. Еще один есть. Это он уплывает, он уплывает. Голову, хит. Но он если плывет, я его... Хит убил. Вот типа хавкаунт, цивил. Хавкаунт себе заберу. Так, цивил, ты ладно. Тебе так же цивил. Я шла хавкаунт, скину тебе. Нахал. Ваня, там в воде еще, типа, ну ладно, ты его сейчас задохнешься, похлопать будешь. Вань, тут... Да, Вань, ты еще... Ах да, совсем забыл вам представить. Это Иван, и он новичок в этой игре. Думаю, вам это объяснит многое. Раз, три, давайте объясняю. Коробка есть с собой? Да, не Тёма, Тёма дал, Тёма дал. Обойму подними с пола, подними обойму с пола. Через таб нажми, через... Вот, смотри. Заходи в создание. Создание, угу. Видишь, у тебя там три пульки нарисованы, амуниция называется. Да. Вон там заряжаешь. Да, да. Вот, коробка плюс вот эта штучка. Да, и она фуфу. Как я могу шкаф в штаны положить, скажите? Да это нормально. Может, дверь еще дверь раз. Я могу, пацаны. Да не надо. У меня типа вот... Физуха типа не сильно прокачана, а вот цыганство у меня вообще 100% максимально. Бэйб форте. Давай, там игроков уже... Вот, я да, я цыган, но больше правда. Давай, парни, я постоянно в перехвае, да, аэропорты, мои решения. Ань, клайми спальни. Это, я думаю, наверное, сейчас сходить и опять металл подбывать. Можно. Можете с Ваней, я пока в металл лучше стенки, которые возможны. Так, стоп, мне нужно. Так, мне нужно скинуть. Блин, вообще было бы хорошо заиметь, знаешь что? Горелку. Ну, собственно, так мы и поступили. Иван с Павлом фармили металл, а я обустраивал наш домик. А вы там случайно еще одну кирку не нашли? Ого, здесь хата стоит, как я ее не увидел. Серьезно? Сейчас хату не увидел? Ну, мне про нее никто не говорил. Ваня, хорошо, зомби... Да я типа вижу, слышишь? С биноклем чекает вас. 295. На скале. Не знаю, что он там делает. Он на корточках ползет. Паша, от тебя примерно 250 от тебя примерно. На горе, видишь? Видишь? Он думает, что он меня не видит. Ну, точнее, он думает, что я его не вижу. Пойдем его убьем, Паш. На горе 250 от тебя был, Азим. Ну, я уже перебежал, понимаешь? Да, ты с металлом, да? А можешь Ване скинешь металл? Он стоит за деревом, чекает меня. Вот так вот налево убегай, еще туда глубже убегай. Налево, туда в Доталово налево убегай. Видишь его, нет? 350 деревья. Еще левее его крути глубже, чтобы он нас не видел. Не вижу его. А нет, зомби какие-то идут, нет? Паш, ты. Он может быть вот в этих скалах, вот. Вот здесь было, вот в этих елках он был. У него вроде хавкаун был. Вон он, прямо, видишь? Паша! Я ему прям в голову целился и тебя пал. Голову дал.
всех убил. Какой ник у него? Пастух. Ну, вроде соло был. Ну да, нормально, позвучал. Нормально. Ну что, предлагаю домой идти. А, типа, вижу, внизу в карьере бегает, фул военка одет. Это они на него зомби агрелись. Пойдем уходим, Паша. Он фул одет вообще, да. Фул одет. Спекопс, по-моему. Ну, может, мне показалось, но черное что-то было за одето. Это вот на него зомби агрелись, которые, помнишь, там на скале были, ходили? Как мы с ним разбежались, я не понял вообще. Я хочу посмотреть на него, подожди. Вот, 255 где-то скала. Да, вижу, лежит, это не спецовс. Слышишь? А чё? А чё у него? Убить вообще можно, это обычный военный, можно как-то делать. Он просто лежит, сейчас просто зайти сверху, и просто в голову шмахнуть там с тобой, и всё. Ну всё, да, обходи, начинай, обходи его справа, я пойду домой скинусь. Давай я тебе скину вещи. Скидывай, вот он бегает, да? Он бегает. Слотов нет. Ну, обычно жесткий, просто военная форма. Просто... Я не могу чекать. А, или не, подожди, я не могу. Он там же лежит. Наверх. Где он, Паш? Он вот лежит, на место бежит. Куда? Вот на место бежит обратно. Ага, вижу, вижу, там хорош. Я его сейчас отсюда буду по нему стрелять. Я, походу, пульки не долетают. Да, пульки не долетают. Паша, ну мы его не отпустим никак. У меня пульки не долетают. Я спрыгнул, короче, к нему. Аккуратно, не торопись, не торопись. Убил? Он скинул здесь его? Мета. Да, не на он начал пропадать или что? Вадим, тебе что было? Быстрее говори. Я ему хит дал. Он это на камбэк пришел с бушкой. Голову дал, я убил его. Ну вернулся камбэк. Изрел мадафака. А я пофу, против все скинул, Паша на помощь пойти. Ваня, иди лутай себе. Ваня фаст там лутай, сразу оттуда убегаю, он мне еще раз придет. Все, короче, тут я чуть-чуть металла, получается, ставлю на сейфы. Ну, шкафы я так думаю. Кстати, я еще подумал, сейфы там вниз. Да не знаю я, они там. Там спорники, моменты, это тоже надо проверять все. Ну, вот типа... Сейф можно друг на другу подставить. Ну, кстати, знаешь, вот я сейчас только подумал. Вот, типа, вот один шкаф, да? Он примерно по размеру, как два сейфа, когда друг на друга ставят. Но шкафы можно так поставить боком, что, типа, рядышком два сейфа можно поставить размером, как один этот. Но я думаю, до заводика надо сбегать. Ну, пошли, пошли, пошли. Сейчас, подожди, да, я этот, кирку уберу. Окей, я пойду Ваню покрою. Типа дома. Оба. Дай мышку. Потом стреляются на заводе. Там. Я открою, сейчас, если что, меня разменять. Закройте дверь за мной. Голову дал. Сиди дома. А что сиди дома-то, Ваня, выходи, помогай. Это другой, это другой. Ой, их два калашиста здесь, прикинь. Вань, закройся дома. Вань, ты дом закрыл? Нет, я не успел дверь закрыть. Их трое, трое. Третий прибежал. Вань, давайте все двери закройте только. Я уже вышел, не знаю. Да, я закрыл. Зайдя на следующий день, мы были удивлены, что нас не зарейдили. Нам было необходимо улучшить базу, нафармить металл, а также раздобыть себе еду, оружие и одежду. И бежав на улицу, я заметил машину, за которой и отправился.
На самом деле я понимал, что толку от машины без гаража мало, поэтому и принялся за его постройку. На самом деле в тот день не было ничего интересного, Ваня с Пашей просто фармили металл, а я крафтил, не считая того, что мне удалось убить типа, который бежал на камбэк. Вижу типа. Он уже с пушкой. У него уже бред был. Это, типы бегут. Убил. Хорош. Ой, это этот, слышишь? Помнишь? Тип, который на столбе зажимали. Не, который на столбе зажимали на машине. Помнишь? Да-да, припоминаю. Лутая Новосибирск, мы встретили каких-то типов. Вариант. Вижу. С деревом, Тём. Там будет дерево. Угу. По-моему, там оно. Не, я его поправлю, так это слушать буду. У меня оружие нет. Где он? Убил. Хорош. Ну, тут... Опа. Меня уж стали откуда-то. Откуда? Он с луком. Голову дал. Масово охой. Масово топает. Голову дали. Тычку. Дал тычку, дал тычку. Давай одного загасим. Да. Я тебе гляжу, что тут. Вань, беги. Вижу, зеленый скин. Да. Ваня, беги сюда, пока без пистолета беги. Афкан, ты чёрт заберёшь. Хорош. Убил. Молодец. С луком он. Лас с луком, это чё? Зелёным? Да, по-моему, двухэтажный, думаю. Двухэтажный. Чуть позже прибежал Иван, мы разлутали типов и отправились домой. Дома я вновь встал на крафт шкафов, потому что девать лут уже было некуда. Нет, ты попробуй поставить, чтобы он это в заднюю стенку не упирался. В заднюю стенку не упирался? На. Сейчас домой придем, надо строить дом, второй этаж. Вот, чё я думаю. Ладно, чё, пойдем? Тип на горе, на 215. Вижу. Голову дал. За елкой. Еще голову дал, убил. Хорош. Ого, так тут типуля с... Тут типуля с калашом на фул обвесах. Давай лутаем. Maybe тиммейт есть, надо уходить. Все, пойдем. Типа вижу на карьере. В бинокль стоит, чекает. Мы с ним прыгаем. У него буря. Да. У него буру. Оба на. Чё? Тём слева. Где? Вон на S. Всё, понял. Лежит. Вон, да, вон на S. Ага, всё, вижу. На, его удал. Хорош. Чё, думаешь, он соло? Да, он сейчас тычку. Угу. Я попробую подпушить. Он, видишь, за деревом бегает? Он бегает, надо пушить. Подожди, это он? На дальней дистанции уехал, но нормально. Ну, отчасти, да. Я их не
О, он сказал, шел. О, у меня... Ой, их трое. Ой-ой-ой, меня убили. Паш, поживи, поживи, поживи. Я калаш взял. Ой, что, двери не закрыты? Не ко мне вопросы. Понял. Ну, видимо, в лифте. Паш, живешь, да? Они меня душат, ама. А, я понимаю, я Паш. Ну да, у меня буквально двое уже. У меня двое у тебя. А! Да, и двое под домом. Их трое? Их, походу, четверо. Я только дверь открыл, чтобы не тебя заложить. Да, у меня в упоре двое. Ну и здесь под домом двое было. Трое даже. А я не знал, что их трое, я видел только двоих. Ну, у нас тоже... Я просто только дверь открываю, чтобы заутать себя пойти, мне просто тут же просто растыкали. Да. Но мы не стали расстраиваться, я схватил двушку, и мы с Ваней побежали искать домик этих типов. Может быть, этот? Но опять же, не слышно, нет, они вроде не топают. Да. Попробовать подальше пробежать. Время уже было позднее, я оббежал еще пару домиков и отправился спать. На следующий день у меня получилось зайти только поздно вечером. К тому времени Иван с Павлом уже раздобыли много лута, а также поделились со мной одеждой и дали мне хорошее оружие. Ого, второе это... Оу, так ты еще и там и гаражей настроил? Я еще одну машину нашел. Ну? Ну, давай спустимся, посмотрим дом. Ну, пойдем. Зонтика нет. Опа, нормально. Ого! Найс, найс. О, да, фулл метал буферки. Ну, первый этаж сделал я в соло, добывал, делал это все в соло. А уже Ваня пришел второй этаж сделать. Ну, все понятно. Ну, все супер. Красавцы. Павел сообщил мне, что у нас есть один лишний детонатор, поэтому мы решили потратить его на генератор Орды. О, отлично. Че, возле завода попробуем? Прежде чем идти на завод, нам было необходимо забежать в Санкт-Петербург, потому что нам катастрофически не хватало еды. Машина. Машина по городу едет. Блин, у меня зомби. Паша, Паша. Да ё-моё. Проехала. Подожди, сейчас я зомби отобью. На меня тоже надрились. Два у меня. Понял. Есть смысл уйти? Ебучие зомби, как их нахуй. Да, отходи, я же сказал. Что-то оставили там из лута, кстати. Что-то оставили. Ну тогда беги себе, лутай. Ты что, как-то долго пожарку упал, я уже дома к дому прибежал. Да все, все, бегу. Я тут просто еще полицейский участок лутал. Ну, металлчика мало. Ну вот одежду еще чуть-чуть подсобрал. Все, ладно, я бегу. Немного погодя, мы взяли генератор Орды и отправились фармить его. Надо сначала зомбарей, наверное, зачем? Сейчас я тачку подгоню. Ваня! Как вы уже поняли, все началось не с очень хорошей ноты. Ну, естественно, мы облажались, и генератор зафармить у нас не получилось. На следующий день я зашел пораньше, увидел возле дома нашу машину, которую забыл загнать Паша, потому что ночью он ездил в село. Я ее благополучно поставил в гараж и отправился на военку. Чё ему надо? Ну да, сейчас скажу, что на военке бегаю, лутаюсь. Секрет. Опа. Чего? Так. О. Прикольно, прикольно.
Но несмотря на это, я не расстроился, а отправился фармить метальчик. Куча металла я довольно прибежал домой, а когда зашел в сейф, я удивился, сколько же сишек нафармил Паша за ночь. Нам в срочном порядке нужно было их куда-то тратить. Блин, неужели не эту хату рейдит? Следующие 2 дня мы занимались обустраиванием нашего гаража, хотя, если честно, на гараж это уже было мало чем похоже. Мы установили турели в доме, на улице, а также карьеры. Но тут мне приглянулся один домик, которого раньше я почему-то не видел. О, Паша, это что за дом? Давай его зарейдим, у нас же есть сишки. Так, ну я тогда беру сишку. Да, Дитон где-то тоже. Иди там на. А короче, где-то тут наверху Дитон лежал, сейчас я его возьму. Найди, ага, хорошо. Так, ну я тогда их отберу. 20 или 2 взять бокса. Да 2 возьми, наверное. Ну, он один 20 максимально. Так, горел. Давай кирки переделаем. Метальчик надо. Сколько-то металла нужно для ехать? 5. Вот 4. И вот эта хуйня нужна, она. Отлично. Ну все получается. Ну. Так, давай построимся. А. Отлично. Хорош. Не первый год все-таки, ёпта. Что-то сломалось. Нет. Угу. Ну тут все металл шкафы. Ну сюда надо поставим. Да? Ну, в принципе, покоцалось нормально. Да. 60% может. Так. Так. О, экспа. Экспа. Угу. Укатывается. Укатывается. Ничего страшного. Ну. Пшеница. О, вода. Не знаю, ну. Ткань, я даже не знаю, что брать. Ткань, все на бинты, блядь. Еды немного. На металл что-то. Но остальное эхо надо рейдить. Угу. Всем хп. Ну хуй. Не зря. Не зря. Хоник на России это сильно. Чуйка моя не подвела. В итоге нам не хватило, и мы побежали домой, чтобы скинуть лут и взять еще рейд патронов. Ну не сказал бы, что воу, ну нормально. Нормально. Опять медицина. Так, ну хоть медицина. Нормально. Мы собрали весь металл в доме и постарались по максимуму обнести наш дом забором. Большие города. Гитара тем не менее. Почему у меня все равно нет гитары? Мы с Павлом сидели у костра, пели песни, и по большому счету для меня этот вайб был закончен. Но
Через пару дней происходит вот это. Некий мистер Дирик решил зарейдить наш дом. Правда, у него ничего не получилось, но мы обладали информацией о местонахождении данного персонажа. К тому времени Паша с Ваней затимились еще с одними типами, и они позвали меня на рейд этой базы. Ага, забор вы не доделали. Подожди, но дом никак не изменился вообще. Это что, крыша танка торчит? Сейчас Паша устроит пил-пау. Мы на танке катим? Че, это мне? Бля, а что сделали с калашом? Он теперь как-то по-другому прицеливается. Не, не, он типа прям как-то, знаешь, так вообще по-другому. Я, кстати, не знаю, когда в Антюрленде наконец сделают нормальную физику для машин. А, ножом? А, там тип! Там тип? Алло, я думал, это вы, а не в онлайне. А кто? Быстрее надо добывать. Не знаю, какой-то в белой жилетке. Да, давай двери сам. Он это сейчас, двери. Он сейчас, наверное, своим скажет. Не, понятно, быстрее, надо быстро. Знаю, помогайте. Да, смотри, может на крышу вылезет. Чекайте, да, крышу. Да, смотри. Или... О, открыл! Открыл дверь, открыл дверь. Господи, ни разу не... Привет, друг. Че, сишку люблю, да? Да. Че, сишку люблю? Отходите, Ваня. Опа, машина. Ого, там машина. Да, там жалуйся. Че, тачки, все, пофиг, взрываю, да? Там еще и дымятся, кстати. Подожди, да я знаю, сейчас я эхо добью. А, но я пока что не хочу. Что там, Паша? Он боку влево. Хорош. Сломал турель. Там она одна? Надо спальники ломать. Убил его. Вова и Семен, ваша задача на сегодня добыть как минимум 20 стаков металла. Поговори с нашими союзниками. Так, короче, что, бахаем? Так он еще и все двери не закрыл, ты посмотри на него. Какой-то. Мы нашли еще малышечку. А он еще на уверенности так вылетает с бульки или чем? Ха! Но. Я как знал, что он вылетит, зачем где я взял только ткань. Короче, я что у вас спрашиваю, давайте чекайте. Брать его базы, брать! Ой, Санечка. У них все есть. Моя это, как там, курточка. Это я налепил. Че, короче, лутайте, и надо это, чтобы, короче, двое перевозили, а двое здесь были. Здесь. Экспа, вон 3, 4, 5. 5 экспы забирайте. 5 экспы, детонатор вон. Короче, мейн себя всасывайте. Я на улицу пойду чекать, мало ли. Последний под... О-о-о-о! Дальномеры, колеса, короче, это все тоже надо. Да, они... В смысле, одна сишка нужна. А, это соби... это разлетятся, понял? О, подожди, так давай соберем тогда. Ну, у кого слоты есть, соберите еды. У меня агрокультура вторая только. А вторая, у меня пятая, слышу. Скидывай мне что-нибудь лут, давай, скидывай мне лут какой-нибудь. Короче, я собираю. Чекайте с улицы это, они мало ли будут. Чего? Ого! Чё он через делать? Нифига себе! Я на крыше стоял в этот момент. Недалеко. Здесь семена всякие. Ну вот 15. Там даже лежат эти. Да, мы там подсобрали даже. 15 рейд патронов.
Так, ну здесь я предполагаю, что бомжи лут, да? Ну, возможно. Ну, ай-яй-яй. Блин, пацаны, шинок кто-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну идите почекайте. Ну здесь я не знаю, что. Ну вот 17 рейд патронов еще, слышь. Нет, танковый снаряд. Дрейдив наших обидчиков, мы спокойно перевезли все ресурсы домой. Ой-ой-ой, нифига у меня пинг. Это, сейчас, короче, парни, еще берем сишки, вот это. Да-да, сразу сломаем. Да, еще это сломаем. Да не успели, наверное, всяко бывает. Ну это, не знаю, это не надо было нас рейдить просто. Зачем они это сделали, я не знаю. Ходи, все в топ-контент будет. Все. О, и у детки сразу. О, вот ваш снаряд, парни. Нашел, скинул. 7 хп. 7. А, тут какой? Спецназ. Икспа, фильтр Икспа, есть. Опа. Ого. Ого. Калаш сразу пулочный, отверстый. Я походу крыльчик. Калаш возьмай, калаш возьмай. Ладно, я просто буду, я буду жать на ей и все. С этих двух рейдов мы подняли очень большое количество лута, поэтому мы решили стать своеобразными Дед Морозами, проехаться по карте и подарить новичкам, бомжам, которые только стартуют, немного лута. Эу, парни! Эу! Эу! Как дела? Парни, как дела? Что творите? Таких я осуждаю. Не бойся. Как дела? У нас новогодняя акция. Рассказывай, что ты сейчас получаешь подарок. Подожди, это же гроза. Да, а так он не снимет, командир. И залез из гору, прилетел в лесо топор. Давай лучше. Все. С Новым годом. Не бойся, друг. Стой. Мы не будем тебя трогать. Стой. Смотри, как дела? Смотри. У нас там пытаться рассказывать. Рассказывай, сейчас получаешь подарок. Белая береза под моим окном. Снегом, словно серебром. Молодец, друг. Красавчик. Давай. Красавчик. Бери. Спасибо. С Новым годом, участием. Что ж. Вот на такой позитивной нотке и закончился наш вайб. Надеюсь, что вы оцените мои старания лайком. Ну а если вы хотите видеть побольше таких видосов, жду вас в комментариях. Спасибо за просмотр. Еще услышимся.